Паша танк. Павел МП3. Кто это такой? Да, это от этого. У Мехкора чел играл. Кто такой Мехкор? Понятно. Так. У танкиста прокачаны. Вообще. Я вот этот с прошлой карты хочу, блин, купить, все никак не забываю, как он называется. Фрикраулер. Блин, вот это вот измерение «я в тебе» жестко путает. Да нормально все, что ты не путайся. У тебя же есть глаза. Я понимаю, глаза разбегаются. А ты их с этим степлером сделай. И будешь все видеть. Так, есть? Да. Блин, я поворот пропустил. Ну и где скилл-тест? А, вон, вижу. Так это есть скилл-тест? То ну, поворот... я понимаю, но пока что мы просто едем. Понятно. По горам. По горам. Синий трактор. Да. Ну, да, плюс-минус, да. У меня тоже такое ощущение, но... А вы лошара, человек сзади. Ну, понятно. А как туда попасть? Я ехал последним, и вот вдруг я первый. Как в сказке. Не, ну рили, я ехал последний, отставал, потом что-то смотрю, вы куда-то уехали, а чек тут. И вы спрашиваете, где чек. Ну ничего, бывает. Вообще, да. Хорошо сказал. GTA режим почему не включили? Не знаю, я пока сам справляюсь. А, тут сраный опять парапет сбоку. Как я не люблю этот парапет. Мимо. Блин, парни, там далеко ехать. Там за бугром еще столько же, сколько до бугра.
А? А это шняга падает, она не едет. Хрень собачья. Да ёб. Нет, ну я почти не наехал. Да еб. USA, USA. Её рандомно как-то скидывает. Короче. На джойстике было бы отлично. Тут просто где стыки, тебя скидывает маленько в сторону. А, я не смогу ехать вверх. Блин, эта шняга вверх не едет. Я вас понял. А где Вова? Здесь. А почему ты не в гонке? Я просто отходил на несколько минут просто. Я там отходил, там быстро там, ну надо было дома сделать кое-что быстро. И я отошел специально. Ну не специально, а ладно. Специально? Специально, я бы. Ну тебя поняли. Да. А что, Настя не пришла? Ну звони. Ага. Она сказала, приду после пяти. Прошло 2 часа. Да, она писала 18:30, что будет через час. Да. Уже как бы прошло 2 часа. Нет, 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 нет! Люх, тебя убивают там? Его режут. Не насилуют. Волан-де-Морт его насилует. Волан-де-Морт? Настя. Ага. Сейчас Настя перед его изнасилует. Как Саша? Меня вчера Саша насиловал. Да? В Майнкрафте, да. Я отвечаю. Было неприятно. Ну. Блять, ну я до конца доехал уже, все, финишная, блин. А, у вас там уже все, конец. Да не. До конца элемента доехал. До конца. Блин, элемента доехал. Я доехал до конца. Не, и у меня уже на гору и все. Нет, у меня уже последний бордюр был этот. Последнее заграждение. И там стык был. Да ёп. Причем стык даже не видно было. Да, на боком можешь ехать? Нет. Она может раком ехать. Или с прискоком. Да ёп. Да ёбаный нахуй на свайп. Там где стыки, ты не газуй. Да идите в жопу, я схитрю. Нет, не схитрю. Чё, стена? Нет. Есть. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Даю, даю, даю. Нет, 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 нет. Нет, не получится. Все, почти, 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 почти. А. Тут стык неудобный. Когда финальный элемент будет, где зеленая стенка, там в стенку не упирайся, там в нее, когда колесом задеваешь. Тачка упрется.
и ты упадешь. Бля, была бы она прокачана. Дальше пиздец, надо в гору заехать, потому что он едет. В гору же надо, да? Арт. А, я примерно понял, но... Я так и подумал, что стрелочка там не просто так. И эта херня в воздухе, на нее больше никак не заехать. Кроме как вот так. Нет. Получилось хитрить. Да, ёп.
привет. Ой. Вы там скоро гонку закончите? То я уже пил-тесты хочу покатать. Ну, Арт, спроси, сколько чеков? Арт, сколько чекпоинтов? У тебя байтит. Ну, аварию попал. Еп, пошел. Сейчас в эфире. Что, зашел бы вам? Нечно. Сколько? Ну он тут покрыл, у него там пока, ну, по крышам бег. И хуй. А, 44-й чекпоинт. Придется вами долго ждать. Да там немного. 50 чеков. Thank you.